Sanctions don't work, they say. Sanctions are only for better, they say. We have import substitution, they say, at least officially. But Russian authorities obviously forgot to warn their citizens that everything is fine. Here are the most recent reactions of average Russians on war in Ukraine, sanctions imposed against the terrorist state, and the attitude of Russians themselves to those who went to denazify Ukraine. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников. Ё-моё, нужно было не воевать, я тут и таких делал. За что я отдал свои ноги? Наверное, за свою семью пытался, но ничего не получилось, правильно?